На территории региона завершилась всероссийская акция «Сохраним лес», которая направлена на восстановление природных ресурсов. К проекту присоединились практически все муниципальные образования области. Всего за текущий год в Мурманской области высадили порядка 17 тысяч деревьев и кустарников различных пород. В этом году для компенсации последствий лесных пожаров посадки проводились в том числе на территориях, пострадавших от огня. Так, в Терском и Печенском лесничествах на Гарях высажено порядка 12 тысяч сеянцев сосны. «Сохраним лес» – ключевой экологический проект в России по восстановлению и приумножению лесных богатств.